Для меня большая честь сообщить вам, что совещание председателей фракции Европейского парламента решило присудить премию за свободу мысли имени Сахарова представителям оппозиции Беларуси, заявил в четверг на пленарном заседании в Брюсселе глава Европарламента. С тех пор, как в середине октября белорусская оппозиция, как уточнялось, в лице смелых женщин, политических и общественных деятелей вошла в шорт-лист премии, она считалась фаворитом. Я хотел бы поблагодарить представителей белорусской оппозиции за их мужество, стойкость и решимость. Они ежедневно олицетворяют собой защиту свободы мыслей и самовыражения, за которую и присуждается премия имени Сахарова. Давид Сассоли выразил надежду, что представители Координационного совета белорусской оппозиции смогут приехать в Европарламент, чтобы лично получить премию. Церемония назначена на 16 декабря. Часть членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции были вынуждены уехать из страны. Некоторые находятся в СИЗО по обвинению в угрозе национальной безопасности.